Проверить импортеров сжиженного газа на предмет сговора требует от антимонопольного комитета премьер-министр Владимир Гройсман. Напомню, менее чем за неделю стоимость этого вида топлива поднялась на 40%. Премьер же считает, что цены должны быть снижены, причем уже до 15 сентября. За рынок сжиженного газа, который последние дни не на шутку лихорадит, взялись на самом высоком уровне. Премьер провел совещание и поручил профильным министрам, антимонопольному комитету, фискальной службе и правоохранителям разобраться с резким повышением цен. На все про все чуть больше двух недель. Я считаю, что это диверсия против Украины на рынке газа. И то, что все службы это все питання пропустили, я считаю, что тут могут быть как субъективные, так и объективные чинники, почему они это сделали. Наше завдання – зупинити це, відкотити назад. Ситуація, яка сьогодні відбувається, вона вийшла за межі здорового глузду. Її можливо характеризувати, як, на мій погляд, я не слідчий орган, як змову. Это и должен проверить антимонопольный комитет, ведь по данным КФС, с начала года количество импортируемого газа увеличилось, а вот трейдеров топливо в основном закупают в России стало гораздо меньше. По данным экспертов, из нескольких десятков поставщиков сжиженного газа остался лишь один. Премьер потребовал предоставить ему статистику, сколько на самом деле трейдеров работает и занимались ли правоохранители ситуацией на рынке. Напомню, за последний месяц стоимость газа выросла на 40%, до 16,5 гривен за литр.